Поезд прекрасный, прекрасный коллектив, и главное, я думаю, даже визуально, вот то, что вы видите, не говоря то, что на Украине, веру укрепляет и дух поднимает. Я думаю, здорово сделали, вот это очень хороший шаг, что они сделали вот такой поезд. Кроме того, мне кажется, очень удачно подобрали команду, хорошие психологи поработали. Они не только комфорт создают, они вот действительно работают и на... Ну, я честно скажу, на победу они работают. Мы все выдержим, как говорится, мы крепкие. Посмотрим вашу страну, погуляем, поедем домой. Ой, отлично, все чисто, шикарно, удобно. Для детей супер, так что все добре, дякую. Поезд очень красивый, я смотрю, заустали. У меня сейчас как раз дома подруга живет, у которой родной брат сейчас в плену до сих пор. У нас были билеты на автобус, но потом пустили поезд, и мы отменили автобус и поехали на поезде. Собрать вещи, да, отпраздновать ее день рождения и, наверное, бежать обратно. Для меня это будет шок, на самом деле, потому что мы там давно не были. Мы никогда в этом направлении не ездили. Даже сколько я уже работаю на железной дороге, такого поезда, как Киев-Кишинев, у нашего киевского формирования не было. Ну, на моей памяти. Чувствуем себя безопасно, ну, даже по сравнению с тем, что у нас... Ну, такое неспокойная сейчас обстановка, так сказать. У вас здесь более спокойно, как сказать, мирная жизнь, как была у нас раньше. Ну, ситуация очень тяжелая, потому что часто выключают свет. Вот мы из Киева, и по 4 часа, 3 раза в день, 12 часов нет света. Вместе с ним пропадает интернет. Вот, ну... Фонарики, свечки. Вообще страшно, потому что никогда не знаешь, когда прилетит. Очень тяжело. Ну вот сейчас я когда ехала, то проезжали места, где прям рядом с ЖД вокзалом разрушенные здания и торговые центры. Как раз недели три назад, когда были основные прилеты по всей инфраструктуре, когда свет они по электростанциям бомбили, то вот я, будучи у себя дома, я насчитала 10 прилетов. 2 из них в моем районе. Вот, то есть было очень страшно, потому что, ну, не знаешь, прилетит в твой дом или не прилетит. Все хорошо, боремся. Думаем, что будет все отлично. Иногда слышно, иногда не слышно. Мы уже привыкли, боремся. Что остается делать? Ну, трудно сейчас, но мы держимся. Люди держатся, люди отлично. Поддерживают друг друга, поддерживают армию. Вот главное, что люди не убегают. То есть я приехала на один день и возвращаюсь обратно.